Мы приветствуем вас, любовью Дума. Мы приветствуем вас в нашем едином сердце. Мы приветствуем ваши районы, ваши города, ваши страны. А мы приветствуем всю землю, всю сущность целого. На связи Дум. Мы пульсируем вам высокочастотную волну, протекающую по всем каналам, меридианам. Мы открываем вам двери и все возможности, время перехода, которое вы так долго ждали, о котором вы так много говорите, уже пришло. Земля находится в стадии смещения и разворачивает свои новые орбиты прямо в этот миг. Эра Водолея уверенно занимает свои позиции. Энергии новой Земли обнимают вас. Пришло время великих перемен, и мы встречаем вас здесь, в новом времени, совершенной Вселенной, наполненной всеми благами, всеми возможностями, вещами и самыми совершенными качествами вашего целостного Я. Здесь ваши мечты проявлены в полном объеме. Это не просто человеческая мечта. Это намного больше детской мечты. Это значимая цель мировой души. Словами любви мы пробуждаем вашу память о вашем первом рождении здесь, о первозданной земле и первозданном сознании, которое радужно несло свои щедрые световые поливы через тело человека Бога. Здесь было заложено совершенное начало и конец, тот конец, который становится вечным началом. Вспомни, изначально ты могущественное существо. Ты пребываешь одномоментно, многомерно в различных сферах. Вспомни, что ты пришел стать вновь первым в этих одеждах абсолютной любви. Ты пришел стать бессмертным, уходя от деградации сознания, падения и суждения, уходя от сужения сердца, приходя к подъему и расширению границ подлинного сердца обратно в бесконечность, вечность. Ты царское существо. Ты сущность, которая, раскрываясь одномоментно в многомерности, пребывает всегда там, где все находится в достатке. Пришло время синхронизироваться с ДНК клетками твоей памяти, твоей совершенной памяти. И все эти совершенства прописаны в твоих клетках. Многие, очень многие из вас все больше и больше возвращаются в изначальные записи, которые несут с собой роскошь всего, что есть. Роскошь здоровья, роскошь любви, роскошь счастья, именно роскошь. Потому что здесь нет ни в чем нужды. В этих энергиях сам источник бесконечно поливает сам себя в каждом кадоне памяти, изливая чашу Грааля на дворцы памяти. Только дойди, не стой на месте, иди, плыви, моя любовь. Есть та реальность, в которой
Вы всегда являетесь подлинной и настоящей личностью. И когда эта личность вырастает, когда она достигает созвучия со своей чистотой дома, все вещи и все события сами приходят к тебе. Потому что с этой личностью вырастает твое подлинное небесное царство, квинтэссенция, подлинная любовь, которая зовет тебя через все ситуации, через все глаза. Сосуды любви человека опустошены на этой земле. В глазах ваших пусто, даже когда вы не одиноки, вы повсюду ищете дом. Ваше сердце кричит, ваша душа страдает без любви дома, без фонтанов источника. Поднимаясь вверх, по спирали сознания ваши клеточки начинают напитываться. И вместе с вами пробуждаются все помощники, все хранители. Абсолютно все события приходят в гармонию, потому что все есть запись. Запись ДНК совершенных полей – это всегда величайшие достижения самых совершенных форм жизни. Когда оборвалась связь с домом, оборвалась и ваша память о том, что вы могущественны. Мы являемся сознанием миров рая, активным сознанием, живым знанием в клетках памяти. Сейчас мы на связи, и очень важно придерживаться этого, так как в действительности существует очень много вариантов, которые вам нашептывают старые границы времени. Когда вы увидите, что все живое, вы поймете, что полагаться необходимо только на свои высшие аспекты, потому что это золотая кровь, чистота дома. Вы можете надеяться только на свою чистоту дома и сделать все, чтобы она зазвучала. Все остальное – иллюзия. Пришло время, когда все сливается в одну пороговую зону. Пороговая зона – это когда вы втекаете в ультра, мультисобытийный ряд. Вы столкнетесь с этим, потому что вы психическая ударная волна. Прежде всего, вы сверхволновая сущность. Вы вспоминаете об этом. И когда вы вспомните о своей золотой середине, о вашем великом сердце рая, вы почувствуете вашу генетическую золотую чистоту дома. Вы почувствуете эту гениальную генетическую память ваших совершенных платформ, где вы обо всем знаете. Таким образом, возникало все на Земле из этой золотой сердцевины. Так возникали золотые континенты и золотые города. Это чистота триединого сердца, золотого сердца, включает вашу пробужденную силу. Таким образом, вы не будете жить в разделении дуальности по ту и эту сторону, а всегда будете находить подтверждение синхронности пути и событий. Потому что именно отсюда, здесь и сейчас выходят, как ранее задумано на Земле, при ее сотворении все формы этой единственной генетической клеточки памяти. Когда вы вспомните, что эта клеточка сейчас активно встала в вас, вы вспомните также, что этот первичный вихрь творения развернулся
как разворачивается ваша форма жизни на Земле. Так из этой точки явилось все, проецируясь, отражаясь на Земле. Вы растеряли очень много, но точно так же вы есть тот, кто обретает сейчас намного больше. Так, когда вы находитесь в этой точке, а вы обеспечены во всем, и вас повсюду сопровождает успех. Самое основное, суть всех процессов, самое чистое, самое верное, то, что вы и есть подлинны, это ваша золотая точка, которая разворачивает вас, саму себя, рождает во всех формах и событиях сама себя. Появляется она посредством силы присутствия. Это живое присутствие на золотых платформах, в кристаллических сетях сознания высших сфер памяти, которые мы проецируем в самые совершенные регионы времени. Мы вместе с вами спроецировали через эту точку самые совершенные формы жизни. У каждой вещи, у каждого события есть сердцевина. Эта сердцевина всегда путь настоящего золотого сердца. Золотым сердцем может быть только тот, кто носит в памяти свою звездную чистоту. И поэтому мы знаем, что многим из вас необходима огромная поддержка. Потому что без этой чистоты все разрушается. Разрушается, потому что время без присутствия дома истекло. Оно уходит в свою зону. А если сейчас вы здесь, вы слышите эти слова, вы выбрали это время знать об этом, значит, вы прямо сейчас, выбирая это место, договорились с нами об этом. И мы синхронизируемся с вами. Здесь. Нет ни одной случайности. Вы получаете здесь и сейчас то благословение, то слово, которое создает этот возможный для вас иной уровень мысли. Это мысль настоящая, где мы созвучны и хотим одного и того же. Разворачивается настоящая сущность, и вместе с ней разворачивается сила, и эта сила — сила жизни. Она всегда дающая жизнь. Великая сила Дома Рая, дающая жизнь вашим планам и мечтам, разворачивается у вас в сердцевине, и если ваша сердцевина синхронна с нашей, она совпадает со всем союзом величайшего дома. Откуда бы вы ни прибыли, кем бы ни являлись, вы созданы высочайшим дарующим силу всем существам, светом живого присутствия. Сейчас, обретая это знание живое, внутри вас рождается новое солнце. Это всегда новое и абсолютно чистое солнце. Рождаются божества, воплощается высочайшая сущность жизни источника из точки. Мы несем прямо вашим сейчас ударную силу любви, которая вам необходима из дома рая, в которой созвучно вы золотым сердцем рая. Здесь исполнены все ваши мечты в высочайших качествах и характеристиках. Эль, 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 Анра, Рапасандахат Ин Йон Соф,
этими словами любви мы открываем эти двери. И течет эта звездная любовь. И вы вновь увидите свою многогранность, многовариантность и свое совершенство целиком. Все создано по образу и подобию единой клетки союза со всем, что вы есть. Поэтому не разделяйте никого и говорите о том, что есть так, как будто бы вы один на всем белом свете. Выражайте всю свою одномоментность и множественность. Когда вы в целостности находитесь дома с вашими звездными формами ДНК происхождения, это является исцелением. Это является высочайшей формой физического, проявленного вами опыта жизни на Земле. Эти опыты всегда приносят очень много пользы на Земле. Происходит очень ускоренное развитие, строительство золотых кирпичиков совершенной вашей Вселенной. Разверни в себе солнце своей подлинной сути, и ты увидишь, что с ним ты разворачиваешь океан всех счастливых событий. Я люблю тебя. Золотое сердце, мы зовем тебя, потому что время и место наших встреч объявлено всеми небесами и всеми божественными землями. Этому суждено сбыться. Мы зовем тебя с любовью.